продолжаем встречать утро понедельника, и самое время в этот час делать утреннюю зарядку. Да, друзья, к нам сегодня, 1 июля, пришла мысль, когда, как не с этого месяца, начинать новую фитнес-жизнь. И Лиза Романович сегодня вам сделает небольшой курс в эту новую жизнь. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро, телезрители. Несмотря на переменчивую погоду, тема бикини еще актуальна. И, как вы уже догадались, актуально. Мы сделаем комплекс упражнений для стройных и подтянутых ножек. Первое упражнение покажется довольно легким, пока вы не начали его делать. Исходное положение. Становимся на коленки. Поднимаемся наверх, остаемся в положении приседа и возвращаемся в исходное положение. Пресс держим в напряжении, спинку ровно и работаем так 30 секундок. Опускаемся вниз, делаем вдох, наверх, выдох. Я могу сказать от себя, это моя самая любимая рубрика вообще на всем нашем телевидении. Утренний спорт, фитнес? Нет, Лиза Романович когда делает. И вот... Следующее упражнение у нас будет на стульчике. Исходное положение. Руки фиксируем, садимся на край, выпрямляем ногу, отводим в сторону, подводим к серединке и вернули в исходное. Выпрямили, отвели в сторону, к серединке и в исходное. Делаем таких 15 повторений на каждую ногу. Вот кажется, что просто, а на самом деле там ножка уже... Да, дрожит. Очень важно делать медленно. И нога немножко у меня даже трясется, потому что чувствуется статическое напряжение. А я вот, знаете, мне что-то напоминает, как бабушка приходила, когда зимой сапоги снимала, вот она так же садилась. Ой! Очень удобно делать упражнения на кухне для ленивых. Она занималась гимнастикой. Возможно. Так, следующее упражнение у нас будет тоже для красивых и подтянутых ножек. Садимся в присед. Исходное положение тоже держим спинку ровно. Начинаем приставными шажочками двигаться в сторону в одну. И затем в другую. Тоже чувствуем напряжение в мышцах бедра. Ой, упражнение хорошее. Подтверждаю. Да, оно достаточно активное, чтобы проснуться утром, разогреться. А мне кажется, что еще в этот момент нужно в руки взять винтовку. Да, или бутылочку, или кружку чая на завтрак. Зачем тебе это? Ну, ты видела, как спецназ в фильме действует? Они же точно так же заходят в помещение. Гуськом аккуратненько, бочком. Да? Мне кажется, там вот они как-то по-другому бегут. Да ладно, Надя, да что ты говоришь? Я не знаю, я девочка. Ну да, по-другому чуть-чуть. Будем точно подготовить. Лиза, мы сделали все упражнения? Да, это у нас основной комплекс упражнений. И также последние упражнения можно еще дополнить обычными приседаниями, да, то есть мы сделали, например, 20 приседаний, потом еще сделали проходочку приставными шагами в сторону, снова сделали 20 приседаний, и таким образом вот мы выполняем наше упражнение, 4 подходика по 30 секундок. Закончили. Ну, здорово, как проснулись, взбодрились, попили водички и с хорошим настроением побежали на работу.